А молодые профессионалы в Великом Новгороде сегодня впервые в рамках чемпионата NovGo по стандартам WorldSkills подняли в воздух беспилотники. Их участники отборочного тура состязания сами же запрограммировали накануне. Два круга трассы нужно было пройти за 4 минуты. Участники управляли своими летательными аппаратами с помощью пульта и в специальных очках. Видели только то, что снимала камера квадрокоптера. По правилам, упасть дрон мог лишь трижды. Впрочем, не у каждого получалось даже взлететь. Задание сложное, учитывая, что у ребят практически нет опыта управления беспилотниками. Немножко волнуюсь, потому что первый раз участвую в WorldSkills. Но я думаю, что даже если проиграю, ничего плохого не будет, потому что в конкурсах такого плана даже участие имеет большой смысл. В компетенции управления беспилотными летательными аппаратами участвуют 5 студентов политехнического колледжа. Вчера они программировали свои беспилотники, а сегодня пытались и запустить. Прохождение трассы – первый этап практической части. Также ребята должны были с помощью своих аппаратов принести в корзину по 10 теннисных шариков. Добавим, что отборочный чемпионат Новгородского университета по стандартам WorldSkills проходит по 5 компетенциям. Завтра состоится торжественное подведение итогов.